Здравствуйте, дорогие товарищи. По многочисленным просьбам телезрителей выкладываем процесс вынимания ладов из гитары. Нужны кусачечки маленькие, кусачечки побольше. Хорошее освещение. Значит, процесс такой. Аккуратно вгрызаемся под ладик, слегка покачиваем. Не вынимается, потому что длинная ножка. Второй ладик. Потом мы берем кусачечки побольше. И они моментально, элементарно вынимают этот ладик. Типа так. Ну еще раз. Аккуратненько вгрызаемся наискосочек. Постепенно вынимаем. Вгрызаемся. Покачиваем. Вгрызаемся. Вот, типа так. У этих ладов длинная ножка, поэтому тонких губок не хватает кусачек, чтобы сразу они вынулись. Берем потолще и вот таким образом. Все. Свободен. Потом процесс такой. Вот так. Откусываем кусочки пластика. И все ровно и красиво. Спасибо за внимание, Владимир.